Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларис. Сегодняшнее видео посвящено одному из украинских производителей форм. Сразу же отвечу на ваш вопрос. Материал не заказной. Мне за него не только не заплатили, но и за формы, которые я сейчас буду представлять, я заплатил своими деньгами. Такое случается редко, но бывает. Для чего я это сделал? Ну, в первую очередь, для того, что эти формы нам просто нужны. А видео я снимаю не потому, что хочу разрекламировать производителя, а потому, что формы классные и хочу с вами поделиться. Ведь часто вы задаете вопросы, где купить хорошие формы. Наверняка очень многих, которые начинают, очень многих сыроделов, которые начинают производить сыры в каких-то более-менее больших объемах, этот вопрос достаточно близко касается, скажем так. Понятно, что если вы делаете одну головку для себя или же как бы для своих друзей, то можно вполне легко обойтись дешевыми китайскими формами. Но если у вас уже какое-то минимальное производство, то китайские формы начинают раздражать. Или если вы делаете сыр очень часто. Помимо того, что они ломаются, они не стыкуются. В общем, давайте ближе к тем. Некоторые из форм, которые я сейчас показываю, уже были в предыдущих наших видео. Это вот такая вот форма с поршнем. И вот такая вот форма для шарообразной гауды. Мы всегда делали в них шарообразные гауды. Собственно говоря, эти формы служат у нас уже где-то по 2 года. Никаких претензий к ним нету. Ну, давайте сейчас как бы о них тоже расскажу. Итак, форма с поршнем для классического прямоугольного сыра. Очень много на нашем канале сыров, сделанных с помощью этой формы. Собственно говоря, в самой форме ничего особенного нету. Самая простая форма, как бы, она под использование марли или сетки капроновой, то есть здесь нет никаких вкладышей. Основное ее преимущество — это, ну, совершенно невменяемая прочность, ну и в связи с этим долговечность. Плюс, что мне еще очень нравится, что в этой форме поршень такой же высоты, как форма. То есть если надо делать небольшого размера сырок, не надо ничего на поршень мастить, мудрить, колхозить и так далее. Следующая форма — формочка для шарообразной гауды. Тоже, собственно говоря, ничего особенного. Единственное преимущество этой формочки, но это уже для производителей, что она сконструирована таким образом: при прессовании можно ставить одну форму на другую, то есть под пресс. Вот, видите, можно набирать такую кассету под пресс из нескольких подобных форм. Грубо говоря, одну, две, три, и потом все это уже прессовать. Ну, таким вот образом, тоже толстостенная, очень добротная. Ну и как бы хорошая получается шарообразная гауда. Видели наверняка в наших многих видео. Теперь к тому, что мы приобрели новое. Первое — это формочки для камамбера. Выполнены они из такого же материала, то есть она очень прочная. Она сделана правильного диаметра, 80 мм. Достаточно, вот в отличие, посмотрите, китайские формы для камамбера, они вот такие вот куцые, она короткая. Посему получается, что либо камамбер надо наполнять очень долго, то есть он пока проседает, вы ждете, после этого наполняете, либо же получится камамбер толщиной с 5-копеечную монету. Я, как вы видели, заменял эти формы формами, изготовленными мной самостоятельно из канализационной трубы. Какой у нее недостаток? То, что она не прочная. То есть канализационная труба деформируется, она как бы, ну, как сказать, гнется очень сильно. Ну, второй момент. Очень многим неприятно то, что это канализационная труба, хоть она и новая, никогда в канализации не участвовала. И третий, самый главный момент — диаметр классического камамбера 80 мм. А такого диаметра трубы нету. Хочу сказать, что эти формы все очень недешевые. Они на порядок дороже китайских форм, вот обычных, простых, дешевых. То есть средняя стоимость, ну вот, допустим, такая форма стоит там достаточно недорого, в районе 3-4 долларов. Вот такая вот форма стоит уже в районе 10 долларов. А теперь давайте перейдем именно к профессиональным формам. Дело в том, что предприятие-производитель этих форм, кстати, ссылочку на сайт найдете в описании, сразу же говорю, и очень большое преимущество у этого предприятия — то, что по всем странам СНГ отправляет. И не только СНГ, они как бы говорят, что и в Канаду отправляют, и еще куда-то. То есть, грубо говоря, из России, из Прибалтики, из Казахстана заказать у них формы, даже одну штучку, нет никакой проблемы.
Итак, форма для Gaudy Baby. Вот это уже профессиональная по форма. Здесь не надо использовать никаких сеток, не надо использовать никаких марлей, ничего, совершенно ничего похожего. Из нержавеющей специальной сетки сделана донышко. Baby Gaudy получается высотой где-то 50-60 мм. То есть настоящий классический размер Baby Gaudy. Мы, кстати, очень много будем с этим сыром делать в ближайшее время всяких экспериментов. И, собственно говоря, вот для этого и приобретали формы для Baby Gaudy. Вставочка из нержавеющей сетки и такой же поршень. Такая же история с этим поршнем. Прессовать сыр можно один на один, то есть выставлять из форм батарейку такую, ну, батарею из форм, да, если у вас там в пресс их помещается 4, но вы по высоте можете еще их наколбасить там в 3 ряда. Вот такие вот преимущества. Следующая форма, которой я хочу похвастаться, это форма для классической Gaudy. Мы на самом деле саму форму не покупали, у производителя все универсальное, мы купили только внутреннее наполнение для форм. Эта форма у нас на Gaudy 2 кг, есть также у производителя там другие объемы, значительно большие, есть на Gaudy 5 кг. Есть, по-моему, так, я неправильно, конечно же, неправильно, вот так вот надо в замочек вставлять эту сетку. Вот, поэтому тут вы можете, ну, минимальные, вообще маленьких килограммовых форм нету, так как, повторяюсь, они рассчитаны, производитель заточен под сырные заводы. Донышко вот такое вот с нержавейкой и поршень полукруглой формы. Таким образом, друзья, мы опять же таки с этой формой уходим от всяких марль, от всяких сеток, от всякой ерунды. Да, такой комплект стоит там порядка $30. Но, вспоминая свои мучения с сеткой, один раз, как по мне, лучше потратить $30, чем каждый раз с этой сеткой перезаворачивать, с марлей я имею в виду. Ну, вот такой комплект, как бы мы для себя его купили, опять же таки, потому что с Gaudy мы приехали, собственно говоря, недавно из Нидерландов, посещали Gaudy, посещали там спиток сырных ферм, сырных производств, привезли много рецептов сыров, поэтому сейчас будет серия видео о сырах Gaudy, и, соответственно, нам понадобились формы именно для Gaudy, формы настоящие. А началось это все с того, что мы в Нидерландах увидели настоящие формы такого плана. Единственное, что эта сетка там припаяна не нержавеющая, а капроновая. Но вот именно на предприятиях, на фермерских хозяйствах, в Gaudy в частности, в Нидерландах в целом, используют именно вот такого вот плана формочки. Ну и последняя форма, форма для брускового сыра, вообще вот эта форма на 3 килограмма. Тут у меня уже сыграла какая-то, ну, не знаю, не жадность, а, в общем, я открыл сайт, ой, и это хочу. Поэтому заказал форму для брускового сыра, тоже профессиональная форма, значит, так она работает. Ну, соответственно, сверху тоже нержавеечка и поршень. Вот, но тут есть с этой формой еще вариант. Значит, насколько я понимаю, производитель часто у них есть запросы на меньший объем, поэтому он сделал и на 2 килограмма головку брускового сыра. Ее можно просто купить на 2 килограмма. Выглядит это у нас следующим образом. Вот таким вот образом вставляем сюда эту сеточку. А сюда вставляется вот такой вот расширитель, он ее фиксирует, то есть фактически она универсальная. Я хотел вначале купить вот только так, на 2 килограмма, в результате производитель мне предложил, говорит, да ладно, бери и на 3. Ну, соответственно, сверху эта штука и поршень. Опять же таки, точно так же эти формы можно ставить друг на дружку, то есть их можно прессовать, как сказать, штабелями. Такая вот конструкция. Вот такой вот у меня недлинный обзорчик получился. На сайте производителя, переходите там по ссылке, смотрите в описании. На сайте производителя все настолько грамотно, там все размеры, по каждой форме есть чертежик, внутренний размер, наружный размер, высота,
все оси, ну, в общем, все сделано профессионально, и вы четко, зайдя на сайт, я вам сейчас тут могу про толщины рассказывать, но вы четко, зайдя на сайт, посмотрев любую интересующую вас форму, я же говорю, там одна из картинок, превьюшек, вы ее открываете, там полностью чертеж, толщина материала, количество отверстий, толщина крышки, если форма коническая, диаметр нижний, диаметр верхний, и так далее, и тому подобное. Друзья, вот такая вот штука, кого интересовали хорошие профессиональные формы, один из вариантов. У нас есть еще в Украине еще один производитель, но он еще на порядок, то есть еще в два раза дороже. Ну и как бы повторяю, очень важная информация, дорогие сыроделы, эти ребята даже одну форму отправляют за границу. То есть я их и раньше советовал, меня спрашивали вот по поводу вот этой вот формы, которая у нас была. Сейчас надо привыкнуть, как ее разбирать. Вначале надо, в общем, донышко вынуть. По поводу этой формы, я знаю, что я давал и россиянам, и прибалтам, давал контакты, и знаю, что им отправляли даже по одной формочке. Ну вот, в общем-то, все. Желаю вам удачных, качественных, правильных и вкусных сырочков. Желаю, чтобы у вас там плесень правильно, хорошо росла. Ну и все было как положено. Ну, если будете делать по нашим видео сыры, то все будет как положено. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.